Добрый день, мои зрители. Мы продолжаем с вами играть FIFA 14. Сегодня у нас, естественно, Лига Чемпионов. И второй матч, который я хотел бы вам представить, он, конечно, второй не по важности, но как бы тоже немаловажная игра. Это игра шестого тура Лиги Чемпионов, естественно, группы D. Между Баварией и Манчестер Сити. Вот. Чем же важна эта игра, скажем так? А игра у нас важна тем, что эти ребята будут биться за первое место в группе. Вот так вот, поэтому, как говорится, мы следим за этой игрой. И попытаемся сейчас в рубрике прогноз представить, то есть как мог бы сложиться сегодняшний матч. Так, ну, составы, вы сами понимаете, они приблизительные. Робен, скорее всего, сегодня играть не будет, он травмирован. Вот. У Сити вроде все в строю. Смотрел я сегодня интервью Де Мичелиса, который поиграл в Баварии. Говорил он о том, что команду он хорошо знает, но как сложится игра, предположить ему будет сложно. Что нужно Сити? Бавария идет на первом месте, Сити на втором, и они уже обеспечивали себе выход из группы. Но проблема в том, что никто из них еще не обеспечил себе первого места. Конечно же, Баварии очень бы хотелось бы в свой такой великолепно проводимый сезон занять первое место в группе, плюс удлинить там серию Гвардиолы, домашних побед. Ну, короче, Гвардиола опять сплошные рекорды устанавливает. В прошлом туре Бавария 7-0 в чемпионате Германии победила. А Сити, кстати, не смог победить. На пятом месте остался в чемпионате Англии. Ну, а мюнхенцы лидируют в Бундеслиге. Лидируют, как говорится, не без вариантов, конечно, там 4 очка. Ой-ой-ой, какой хороший пас и выход 1 на 1. Агуэра, один из лучших сейчас нападающих в мире, на 9-й минуте открывает счет. Повел. Я играю я за Манчестер Сити, как вы видите. Кое-как мне удалось найти человека хоть какого-нибудь приближенного к тому, что сегодня Лига Чемпионские игры, и играть именно эти матчи, что остальные все хотят там. Даже Old Boys против меня предлагали сыграть. Я единственное не знаю, против кого мы играем, потому что он сразу выбрал сам Баварию. То есть мне второй раз уже за сегодняшний день после Манчестер Шахтер повезло и в этом плане. Так, более-менее у него обновленные составы там. Это бывает, ребята без переходов вообще играют. Ну, значит, сегодня будет битва за, скажем так, первое место. Но, естественно, немножко неравные условия в этой битве. Потому что у Баварии, ну, как бы, любой результат ее устроит. А Сити устроит только победа. Ну, Бавария не любой положительный результат, я имею в виду. Вот. Даже некоторое поражение Баварии устроит, а Сити устроит только победы и с разницей в 2 мяча. Поэтому я буду сейчас стараться вывести Сити на первое место, потому что 1-0 мы уже ведем. Первая встреча этих клубов состоялась в Манчестере во втором туре. Это было 2 октября, насколько я помню. И тогда футболисты Баварии смогли достаточно легко обыграть манкунианцев. Со счетом 3-1 закончилась встреча. Уверенная победа. Что сегодня будет, не знаю. Когда-нибудь, конечно, Бавария должна немножко подубавить свой пыл.
И спад в игре команды должен пройти, он у каждой команды в сезонах бывает. Насколько он будет длительный, насколько серьезный, вот это вот другой вопрос. И вообще произойдет, будет ли это сегодня, или может быть через месяц, через два, а может быть и вообще никогда, потому что как-то казалось, что что еще может быть лучше, чем игра Баварии в прошлом сезоне. Так нет, Гвардиола пришел и доказывает класс свой хорошего тренера, делает еще ярче футбол Баварии, больше контроль мяча, больше забитых мячей, причем изначально не очень много Бавария забивала, и стали критиковать Гвардиолу, говорить о том, что мы команду в прошлом году обыграли там 4-0, а сегодня всего лишь 2, там, ну, то есть такие разговоры были. Он и здесь смог подстроиться под руководство клуба и болельщиков, и сделал так, что Бавария теперь по 7-0 выигрывает. Ну а что Сити? Сити неплохо прикупился в межсезонье. Нестабильно играет в чемпионате Англии, но вот в Лиге Чемпионов впервые, насколько я помню, в своей истории, он вышел из группы. То есть два прошлых года, как вы помните, не удавалось Манчестер Сити из группы выходить. Вот. А в этом году они уже обеспечили себе выход и еще и борются за первое место. Достаточно, не могу сказать, что совсем сложной группе, но с топ-клубом. И типа нашим ЦСКА, да, хотя нашим ЦСКА Сити как-то проблем сильно не составило. Пропускали, конечно, и там, и в Москве, и в Манчестере от армейцев, но это забивали-то больше. У армейцев были серьезные потери, конечно, в команде, и это нельзя не учитывать. Кстати, сегодня ЦСКА будет с Викторией Плезень решать, кто из них поедет в Лигу Европы. Разговоры о том, что Лига Европы ЦСКА не нужна, ведутся, и я давно про это сам говорил, но сегодня Нобиль Арустамян, всем известный комментатор, заявил, находясь там на выезде, то есть, я так понимаю, оттуда будет комментировать сегодняшний матч, сказал, что даже никаких сомнений нет, потому что армейцы будут играть только на победу, и Лига Европы им нужна, и будут они, как говорится, пытаться ее выиграть, Лигу Европы. Поэтому посмотрим. Ну, я не знаю, получится ли видео записать прогноз на этот матч или нет, потому что очень много других интереснейших матчей, а ЦСКА не самый топ-матч. Так что посмотрю, как со временем у меня получится. Ну, а здесь ребята будут биться за первое место, еще раз повторюсь, и прогнозировать сложно что-либо. Конечно же, наверное, учитывая результат первой встречи, победа Баварии смотрится более явной. Но только если в экспрессе взять, потому что я думаю, коэффициент будет не очень высокий. Я еще их не смотрел, ближе к вечеру поеду к букмекерам, и там уже буду тогда ставить ставку. Ну так что у нас тут по игре? Первый тайм заканчивается, и Манчестер Сити впереди. Рибери еще и желтую тут вот недавно получил. Объявили буквально паток. Тем временем первый тайм закончился у нас. Довольны футболисты Сити. Серхио Агуэро. 1-0. В Баварии вообще нет моментов, нет голов забитых. Сейчас я посмотрю, кто против нас играет. Зион Релейт против нас играет. Семерка. 5 звезд, тут семерка, что обозначает, до сих пор я никак не могу разобраться. Ну ладно. Как-то слабенько немножко играет, мне кажется. Сегодня буквально продолжим. Объявили. Или вчера вечером объявили окончательных номинантов на золотой мяч. Естественно, это та тройка, которая ожидалась, который незаслуженно, как мне кажется, находится Лионель Месси. Ну, как незаслуженно, да, он, наверное, должен там присутствовать, но если вы уж определяете тройку, как вы забываете про Златана, который
который выдает просто сумасшедший сезон. Да, он не попал на чемпионат мира. А если бы он попал бы? Роналду все равно бы никто не выкинул из этой тройки. А Ибрагимовича не взять туда, но это... Какой бы он ни был бы отрицательный персонаж своим там высказываниями и не совсем, скажем, лестными. Но все-таки футболист он хороший. Суареса я тоже терпеть не могу, потому что он как человек, наверное, полный урод, провокатор и все остальное. Ой-ой-ой, как опасно сейчас, по-моему, желтая карточка обеспечена моему футболисту. Ну, конечно. Анастасич это был. Так вот, объявили эту тройку. Без Златана она, Месси, Роналду и Рибери. Кто главный претендент? Рибери выиграл титул лучшего игрока Европы, потому что он все выиграл в своих турнирах по всей Европе. Ой, куда это не точно. Наверное, да. Но вот то, что Роналдо в этом сезоне классную игру показывает, хоть, в общем-то, и каждый сезон, но в этом сезоне Месси меньше играет, Барселона ничего не выиграла, и поэтому все понимают, что и тем более после 4 подряд золотых мячей, ну, никто уже не даст 5 Месси. Если уж дадут, то тогда можно заканчивать эту лавочку, закрывать ее совсем. Вот такое мое мнение, поэтому, скорее всего, будет Роналду обладателем золотого мяча. Ой-ой-ой, какой удар Маджукича получился. Красивейший гол, и Харт никак не смог дотянуться до мяча. Да. Кстати, очень показательно, что именно Харт стоит у нас в воротах, потому что в последнее время в чемпионате Англии он не играет. А вот в Лиге чемпионов ему дают поиграть. Скорее всего, сегодня именно он будет защищать ворота Сити. Ой, какой подкат великолепный. Итак, 1-1. Шансы Сити на первое место подугасли. Причем прилично. А еще и вот так вот штанга. И чуть 2-1 что-то не становится. Кто был? Рибери или Робен? Рибери, да. Рибери был по воротам. Балета. Ой, какой неточный пас. Здесь его подстраховали. Хесус Навас с мячом. Молодец, как обыграл неплохо Алабу. Дальше на Яя Туре. Передача, Яя может туда подачу, конечно, забивать. Забивать пустые теперь. Нет, не дают пробить. Чуть раньше не увидел я, к сожалению, там игрока. Гагуэров, по-моему, это был. Туре. Ай, Туре обокрали сзади. Клиши. Туре. Негреда. Классно, кстати, влился в команду Негреда. И вообще, понятно было и так, что это высокий уровень футболист. Но вот, то, что он сейчас в хорошем клубе заиграл и забивает постоянно. Естественно, вытеснил Джеку из состава. А вот это какая неплохая передача на Агуэру. Ну, а здесь мяч остается манчестерцев. Ой-ой-ой, какая ошибка Нойера, и Фернандиньо наказывает за эту ошибку. 85-я минута, куда бегут, надо мяч брать, ребята, вы что, вам надо еще один гол забивать.
Гойер обокрал тут почти всех. Так, что Сити сейчас будет поддушивать. Хесус Навас. Ай, не дают подачу ему сделать. И все-таки мяч уходит за лицевую отворот. Ай, передержал немножко кнопку ускорения. Ага, и вообще Харт выручает как. Великолепно сыграл наш противник. Не стал бить поворотом, а сделал передачу на Мандзукича и 2-2. Классный гол, кстати. Здесь Рибери разобрался сначала. Харт вроде как выручил. И здесь сразу подача и ворота. А что, очень неплохой матч у нас получается. Кстати, сегодня, послушав экспертов, услышал подобное мнение, что вот что-то такое нас может ожидать. Типа голевой феерии. Ребята раскрепощенно будут играть. 2-2. Вполне, мне кажется, возможный результат сегодня вечером. Ничья это... Думаю, неплохая, кстати, ставка на эту игру. Кто захочет, может и рискнуть. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Ждите новые прогнозы. До скорых встреч. До свидания.